Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в Clash of Clans. Так, пока нас не было, значит, фабрика заклинаний, скважина черного эликсира, потайная Тесла, сборщик эликсира, и дракончик прокачался до 6 уровня. Замечательно. Так, два кристалла забрали. Исследование. Ну, по голде у меня все хреново, по эликсиру тоже все не очень хорошо. А прокачиваться надо. Так, и работяга у меня свободный. Так, ладно, давай зайдем, наверное, сюда. Посмотрим, что у нас тут. А тут у нас все очень хорошо. Кстати, блин, уже все развалили. Блин, мне ничего не оставили. Для моего уровня пипец. Ну, давай глянем хотя бы здесь, может, что-нибудь. Нет. Это, пожалуй, я одолеть не смогу. У него два героя, смотрю, уходят. Башни тут лучников. Две башни магов. Даже три противовоздушки стоят с двух сторон. Блин. Да я не смогу здесь своей ничтожной, так сказать, армии даже что-нибудь сделать. Может быть, тут? Ну-ка. Да хотя вряд ли. Мне вот только деревушки какие-нибудь маленькие разносить. Это да, это можно. А здесь... Блин, тут тоже два героя ходят. А вот тут что такое? Zero One. Башня магов. Ой, ёпрасоты. Даже если я нападу с воздуха, меня здесь быстренько уничтожат. Да. Все очень-очень плачевно. Рекомендованная цель. Угу. Конечно. Ладно, ребят, я так для понта сбегаю, схожу, чтобы просто попытку свою потратить. Но что-то здесь сломать вряд ли у меня что-нибудь получится. Эх, с какой стороны напасть? С этой? Так тут герой бегает. Тут лучники запинают быстро. Да. Успел, да? Блин, я знаешь, что только сейчас заметил? У меня заклинаний нету. Я заклинаний с собой не взял вообще никаких. Вот так-то. А фиг ли мне без заклинаний? Тут еще и лучница будет. И драконы, я смотрю, у него по прокачанию будут, да? Это бесполезно, друзья. Конечно же, это бесполезно. Просто шляпа полная. Моей армии здесь делать нечего. Она слишком слабенькая. Ну ладно, я же говорил, чтобы просто попытку потратить. А он там маги наяривают. Только лишь уголочек вот этот зачистил. Все, на что меня хватило, ребят. 23%, конечно, смех. Конечно, это смех. Ладно, зато я свое, как говорится, дело сделал. А знаешь почему? Потому что, ребят, сегодня днем было обновление, блин. Я не помню, по-моему, какого-то нового питомца сегодня ввели в игру. Я его еще не видел. Да какое приглашение в клан, ребят? Ну, о чем вы? Какое приглашение в клан? А вот, ребят, чем меня разносили. Ну, конечно, тут и заклинания, и все. Так, давай-ка, наверное, сделаем армию.
Ну и что у нас здесь? 600 эликсира и 200 всего лишь монет. Можем, конечно, накопить здесь бабки. Тем более, три работяги свободные. Давай посмотрим, что нам надо приобрести, что построить. Так, ресурсы, это все понятно. По защите. Башня лучников. В принципе, можно ее поставить. Пускай вот здесь пока делается. Потом мы ее поставим уже внутрь базы нашей. Так, я хотел прокачать вот что, ребят. Потому что у нас тогда появятся уже всадники на кабане, которые, естественно, могут перепрыгивать через забор и разносить уже башни внутри. Так, и последний работяга у меня остался. Сейчас мы посмотрим, что тут у нас по защите еще. Ну, можно пушку, можно противовоздушку взять. Давай противовоздушку. Пускай тоже пока здесь строится. В общем, здесь уже 21 секунда. Она сейчас сделается. Кстати, я вот эти вот хотел. Ящик с кристаллами забрать. Сейчас подождем. Пока доделается. И лучницу можно, наверное, вот сюда поставить. Вот этот уголок. Понятное дело, что она не прокачана, но фиг с ней, пускай стоит. Так, дай-ка я вот это вот заберу. Очищу. Всего лишь 30 секунд. Так, а сколько у нас тут будет? 20. Блин, ребят, сутки будут делаться. Кабаны. Это долго. Монет нужно на улучшение противовоздушки. Так, один самоцвет забрали. Так, что? Блин, где вот эти вот шестеренки, интересно, брать, а? Вопрос у меня такой. Ладно, пойдем, короче, сделаем. Сделаем, у меня еще армия не заполнилась. Ладно, подождем тогда. Что нам тут-то можно прокачать, тренировать войска? А, нужна казарма 8 уровня. Она у меня только лишь 5. И 1 200 000 золота нужно, чтобы поднять уровень. Тут 1 200 000. Тут 800 000. Да, я сейчас заколебаюсь тут, наверное, ребята. Копить? Копить именно голду. Вот такой вот отряд мне дали, да? Вражеский. Так, две башни лучников. Ну, соответственно, противовоздушки. Поэтому здесь чертовски тяжело будет играть драконами. Давай попробуем уничтожить. Ну, какой костер! Да противовоздушку хрен мы с тобой забрали, да? Ну куда ты полетел? Ну... Сейчас шарики разнесу. До хрена урона наносят. Блин, даже 50% не забрали. Ё-моё. Ничего, соответственно, не заработали. И вот теперь придется искать долго и упорно подходящего мне противника, которого я бы смог разнести. Так-с, противовоздушку делает. Шарики, ну все как всегда. Так, с этой стороны у него пушек нету, можно отсюда начать. Само собой, там уже лучница начинает бомбить. А эти пошли, нет, чтобы уничтожать. Вот, давай, давай, противовоздушку. Есть, хотя бы ее убрали.
Ну что же, остается у него только башня лучников, получается, из противовоздушных. Ну и, соответственно, вот это вот. Ну да. Ну давай хотя бы попробуем 50% забрать. Получится или нет? Получились. Так, одну звезду заработали. Нам нужно заработать, ребята, 7 звезд, чтобы получить бонус. Именно денежный 7500. Так, двигаемся тогда дальше. Так, секунду. Блин, чуть-чуть не хватает, да? Зелье ресурсов. Ищем дальше. Может быть, не убрать этого подрывника? Как-то он не особо мне, конечно, здесь хорошо помогает. Он пробивает ворота, ну а мне смысл... Ё-моё, зашибись. Зашибись подсунули. Блин, еще и огнепека это, блин. Нет, тут заведомо уже проигрыш будет. Тут уже заведомо будет проигрыш. Будет тотальное уничтожение. Сейчас огнепека это начнет тут жарить. Фиг ее еще разнесешь, блин, ты посмотри. Нет, бесполезно. Ну, друзья, тут нет такого, что как на обычной базе можно выбор сделать. Тут вот тебе дали, будь добр, как говорится, разносить эту деревню. Если бы мне дали бы изменить, конечно, я поменял бы. Так, ну что, на вид вроде бы хиленькая, причем противовоздушка здесь стоит. Одна у него вон там, поэтому надо начинать... Именно с нее. Плюс сюда поставим бомбардира. Пускай начинает потихонечку разносить. Бомбардир, ну... Да куда ты, ну... Его хлебу не корми, дай, ребята, ворота ему посносить. Два лучника. Так, ну хотя бы одну звезду еще заработали. Блин, стенобой, а. Две звезды, отлично, ребят. Ну, 57%. Мало, но тем не менее. Так, нам нужно еще 5 звезд. Ищем дальше. Блин, нужно либо больше армии надо, либо больше новых юнитов. Ну, такими я уже не могу, ребят, здесь справляться. Так, противовоздушка у него, я смотрю, он усиливает ее. Но если, блин, если я сюда поставлю... Слушай, она же не работает, пока он ее делает? Я вот не помню. Сейчас проверим. Уже бежит, уже бежит, уже бежит. Так, минус лучница. Да, она не работает, ребят. Когда она делается, она не работает. Давай попробуем сюда снести пушку. Ой! Куда тебя бомбардир закинула? Твою налево. Это прям совсем нехорошо. Ну давай 50% хотя бы добей. Есть, звезду заработали. По большому счету, если посмотреть, база-то полная туфта. Можно было бы взять одного стенобоя и, в принципе, кучу варваров, и они бы здесь
Варвары бы здесь бы разнесли ему практически бы все. Ну, как вариант, кстати, можно попробовать. Давай попробуем. Через стенобоя или взять великана. Сейчас глянем, что нам тут дадут. Так. Стенобой. Давай вместо дракончиков тогда возьмем варваров. В первую очередь нам надо вот эту вот ерундовину снести. Давай, бомбардир, бомби. Ну куда вы, блин, ну... Куда же ты поставил лучницу-то, а, Рэй? А эти вообще дурачки, пипец. Хорошо, одну звезду заработали. Не особо, конечно, хороший план. Куда она бежит, блин? Это не моя вообще лучница, если честно, была. Так, еще три звезды нужно. Блин, как-то не очень хорошо работает тактика. Так, противовоздушная у него здесь, я смотрю. Противовоздушная и вот здесь. Ну-ка. Ай, блин. Ладно. И все? Вы, конечно, молодцы, что вы вот это здание, блин, сносите, но... Взяли и переключились, а? Ну, сейчас его вот эта штука и прибьет. Да. Сейчас она угрохнет. Ни хрена не работает. Так, боевой опыт. Одна звезда, и мы с тобой получили еще награду. Ну, зелье ресурсов, зелье изучения. Остается только получить суперзелье. Так, выиграйте бой войны кланов 6 раз, это понятно. Контрольная ярость. Хижина строителя. Уничтожьте 25 штук. Используйте войска, занимающие в сумме 1250 мест в многопользовательском режиме. Ратуша, уничтожьте 5 штук в много... Ага, мне, значит, одну ратушу нужно еще уничтожить. Я получу, ребят, еще бонус. Давай искать. Блин, 6 уровня дракона. Они, блин, я думал, будет какой-то от них прок. От них никакого прока нет. Пушку, может быть, поставить. Да, ну от этой пушки толку вообще, ребята, ноль. Давай, 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 ратушу есть, друзья мои. Нам нужно было 5 ратуш, да, уничтожить? Одну уничтожить. И плюс 2 звезды, друзья, зарабатываем. А она уже не... А, нет, стреляет. Я уже думал, что она не будет бомбить. Ну что, получается, одну звезду надо. Так, и тут забираем с тобой... Ага, уровень получили. Нет, не уровень, а просто опыт. Ну что, еще одну звездочку и норм. Какой смысл от этой пушки? Нет, ее, конечно, можно, ребята, в этот...
в базуку превратить, или как он там, в бомбардир. Но мне кажется, лучники до нее достанут. Так, тут хорошее укрепление, поэтому нужно ворота пробивать для начала, по идее. Если я поставлю сюда его, вот сюда. Ну, лучше-то понятно, сейчас начнет бомбить. Это факт. Бомбардир, ну не тупи, ну куда ты пошел? Ну. Короче, фигня полная. Ладно, погнали. Конечно же, конечно же. Тут, ребята, турель. Электротурель, и все, и началось. Вот куда угодно бьют, только не туда, куда мне надо. Они очнулись, блин. Бомбить электротурель, когда она уже мне не оставила армии. Я все равно добью эту звезду, чего бы мне этого не стоило. Пу-пу-пу-пум. Бесячая казарма, а. И все, и побежали хрен знает куда. И остался один бомбардир, а? Уже его нету, в живых. Нет, наверное, все-таки драконами будет получше. Черт, два викинга не довыложил. Да это все равно, ребят, уже не спасает ситуацию. Не спасает никак. Кстати, мне тоже надо вот эту вот пушку-бомбардирку поставить. Она у меня отсутствует. Против армии тех же самых варваров, я смотрю, она нормально работает. Так, ну давай. Попробуем. Ну вот что вы... А, они отвлеклись, понял. Противовоздушку уничтожайте. Есть. Слушай, ну в таком случае, да, тут будет полная победа. Потому что мы всю противовоздушную оборону ему уничтожили. И ему ничего не остается. Сейчас, конечно, эти серии... А-а-а, вон она, противовоздушка, ё-моё. Так тут еще и это... Бомбардирка начнет работать. Ну и, соответственно, противовоздушка. Надо ему, блин, вот надо эти костер ему уничтожить. Давай так вот сделаем. Слушай, на 100%, ребята, разнесли. Ну, прекрасно, что я могу сказать. Так, куда он полетел? А, он же полетел на продолжение, блин. Кстати, а как сделать вот это вот, ребят, продолжение? Что нужно, какое здание нужно построить, чтобы у тебя было вот... Ой-ой, просто я только сейчас увидел, что у него этот. Чего? Все, сейчас зажарит. Ну, естественно, ты сейчас будешь вот эту бомбить. Ты же не переключишься на нее, правильно?
А, у него здесь еще и электротурель стоит, оказывается. Поздно, батенька, поздно на нее реагировать. Электротурель нас добьет. Он сейчас полетит уничтожать вот эту вот. И она его молниями зафигачит. Но, тем не менее, неплохой. 182%, ребят, результат. 26 тысяч плюс бонус. Так, 155 тысяч. И этого все равно мало. Ты сначала на орла скинул. Так, ну тут, я так понимаю, обсуждение вара, наверное, было. Что мы можем с тобой, например, построить, если глянуть? По ресурсам ничего. По защите, вот она. Мультимортира, она стоит 600 тысяч, друзья мои. А жаровня стоит лям. 600 тысяч. И все равно не хватает. И все равно, друзья, не хватает. Тут 700 тысяч улучшения, да? Слушай, если мы, например, где наша казарма? Если мы казарму улучшим, нам будет доступна ночная ведьма. Я, наверное, ребят, казарму поставлю на прокачку. Но нужно 500 тысяч элика. Так, до звездного бонуса 6 часов. Все защитные сооружения готовы. До звездного бонуса. А! Нет, мне не надо звездный бонус. Мне всего лишь 4000 эликсира. Но я сейчас задолбаюсь. По-моему, тут эликсир. Или тут он дается. Так, ну что у него здесь? Шарики здесь. Эта фигня тоже здесь. Ну вот откуда тут начать? Блин, откуда здесь начать? Отсюда? Ё-моё, вон она, турель. Ать. Да, не успел, друзья мои. Вообще ничего не успел сделать. Ни хренашечки, просто не успел сделать. Может, звездный бонус взять, а? Еще 155 тысяч получим. Да не, я попробую так все-таки добить. Да у них пустые, ребята, у них все пусто здесь, блин. Просто тупо все пусто. Ну куда ты, варвар? Ну конечно же, тебя уничтожит. Противовоздушная оборона вылетела. Ага, все-таки одну звезду, ребята, успел урвать. Да, ну здесь, понимаешь, в этих битвах не дают эликсир. Его дают только... Ага, на меня уже... На меня уже, друзья мои, атака пошла. Ну что? Улучшаем. Казарма 6 уровня должна быть. Вот это я лопухнулся, друзья. Вот это я. Дал коксу, блин. Че, тогда качаем... Не качаем.
А копим на мартиру? Ладно, фиг с ним, давай. Звездный бонус возьмем. Так, чтобы так быстрее просто накопим. Так, лучники, противовоздушка. Шарики наносят больше урон, чем вот эти ракетницы, друзья. Можно, конечно, за счет вот этих основных зданий зарабатывать звездность. Давай, 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 шарики сноси. Есть, красавчики. Ну, электро не снесли же, блин. Ну куда ты? Ну что ты творишь, блин? Ну даже 50% не набили. Черт бы вас побрал. Не хватило совсем немножко. Ну, чисто лучниц брать, ребят, тоже такой себе, да? Вариант. Смотри, куда он противовоздушку поставил. Давай мы ее, наверное, в первую очередь-то и снесем. Так, здесь мы ее снесли. Теперь здесь снесем противовоздушечку. Где-то у него еще должна быть, друзья, электротурель. Вон она просветилась. Ну лучницу-то, ну лучницу-то вы будете бомбить. Ну а зачем ему бомбить лучницу, друзья мои? Да конечно, он, блин, ни хрена не будет делать. Еп, просто. Ладно, хотя бы звезду получили. Че они там бьют-то? Два процента. Нормально, друзья, нормально. Жаль, конечно, что одна звезда. Может быть, две все-таки получим. Нет. Не получили. Хорошо, одна звезда. Нужно еще сколько там получается? 6. 7. Пошли дальше. Блин, костра нету, ничего нету. Как хочешь, как говорится, так и добывай. Этот эликсир. Ой, эликсир, эту армию, блин. Слушай, он ее чинит, так что она пока бесполезна. Начнем с башек лучниц. Окей. Моя лучница будет посильнее. Вот если бы ты, родная бы моя, уничтожила бы вот эту противовоздушку. Что бы я бы сделал бы? Я бы выкинул бы дракона сюда. Потому что варваров... Варваров выкидывать, ну, я не вижу смысла, друзья. Они тут будут бегать. Они смогут сносить только вот эти, которые рядышком. Здание. Да, перекинул ее под лучницу. Давай противовоздушку, пожалуйста. А потом... Потом башню лучников. Да куда, ну куда ты, блин?
Все, друзья, победа полностью будет наша. На 100%. Мы здесь уничтожили все. Ну, обсерваторию потом добьем. Ауч! А успею ли я по времени-то? Потому что тут еще два костра. Давай, варвар... Нет, не успеем, друзья мои. 9, 8, 7, 6. Успели. На последней секунде, друзья. На последней секунде успели завалить. Окей, еще 4 звезды надо. Сейчас, подожди, посмотрим, может быть, тут уже накопили нормальное количество. Эть, 5000 буквально не хватает элика. Ладно. 5000 элика, я думаю, добьем. Так, что у него тут? Хреново у нас тут все. Ай, блин. Ну что, для начала надо пробивать ворота. Начать где-нибудь с уголка, может быть. Потом попытаться лучницами уничтожить. Но нам надо вот это уничтожить. Ауч, еще и баллисты здесь. Теперь можно попытаться... Нет, ребят, нифига. Не-не-не-не-не, не вышло ни шиша. Электробаллиста слишком для нас мощна. Ну, лучниц брать тоже, ребят, не варик. Потому что варвары в любом случае сильнее будут лучниц по атаке. Даже несмотря на свои там 3 секунды невидимости. Так, он со всех сторон прикрылся пушками. Казарма у него там стоит. Да куда ты, блин? Он даже не добил вот эту фигню. Не хватило урона на пушку, к сожалению. Ну и что варвары здесь делают? Да ни хренашечки они не сделают. Да, разнесут тут нас. Хотелось бы, конечно, чтобы они забрали это здание, но не получится. Так бы мы бы звезду, ребят, получили бы. Так бы мы получили звезду, а так мы ни хренашечки не получаем. Ну... 5000 взяли. Так, друзья мои, ну что, мы набрали нужное количество. Что я там хотел сделать? Подожди, 600 тысяч эликсира. Или денег, блин. По-моему, там денег все-таки, друзья мои, а не элик. Да, деньги нужны. Семьсот тысяч эликсира. Да. В любом случае надо зарабатывать бабки. Я так понимаю, это контратака на меня идет. Друзья мои, поэтому после каждого поединка там
светится контратака. Фига у него тут прокачанная баллиста. Ее надо сносить. Такс. Ну куда ты, блин? Нет, ну нифига не получается, а? С этими пушками, блин. Есть, хотя бы так. Хотя бы одну звезду, уже хорошо, ребят. Так, что у меня еще два варвара. Две звезды, вообще отлично. А вон у него электротурель где стоит. Ну, тут уже три звезды, понятное дело, нам не набрать. Но тем не менее. Интересно, что будет делать ведьма, если мы ее даже откроем, неизвестно когда. Две звезды, получается, нам надо еще две. Нам надо будет еще две. 18 тысяч эликсира забрали. Ну погнали, смотрим. Так, что я вижу? Я вижу здесь лагерь. Ах ты ж жук! Ты посмотри, а? Блин, долбаная турель, а? Ну куда ты по... Даже не добила, а? Ну куда ты, дурачок, закинул ты ее, а? Возле каждого здания понаставил катапульт этих, блин, долбанных, которые моих варваров просто раскидало в разные стороны. Такс. Интересно, успеем ли мы мортиру... Ну ты уходи, это стоит, дурик. Ты у хлебом не корми, дай ворота посносить, а. Ну, он хотя бы эту снес. Вот если бы ты бы мне еще бы помог бы снести противовоздушку, цены бы тебе бы не было бы. Неужели с... Нет, он пошел. Ну вот сюда. Ай, лучница. Блин, не лучница, ребята. А электротурель. Давай, 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 родные мои. Успейте. Прекрасно. Так, теперь давай электротурель снесем. Попытаемся. Прекрасно. Ну что ж, теперь, ребята... Да неужели до вас доперло, блин? Такс, ладно. Но не забывайте, что здесь лучница. Здесь вот это вот зачистим сейчас. А, тут же еще башня лучницы.
А мы сейчас, когда вот эту пушку начнем... Блин, ребята, время. Я не успею. Ну, конечно же, они куда угодно, ребята, идут, только не на того, кто их атакует. С костры пошел бомбить. Ну, добил бы этот костер, чтобы звезду хоть получить. По времени, да, ребят, по времени. Сфейлился, блин, опять 1% не хватило. Всего лишь, блин, вшивого 1%, блин. Что-то мало, как-то времени дают. Как я вот эту вот фигню должен здесь бомбить? Электротурель, да, здесь еще к тому же. Молодец, хотя бы так. Ага. Лучница достает. Ты сейчас тронул моего бомбера. И этот туда же. Так, а что ты у меня здесь один сделаешь? Ничего. Жаль, очень жаль. Хрен его знает, как тут тактику какую вырабатывать. Начинаешь с пушек бомбить, другая всякая лажа вылазит. Так, собираем, короче, давай смотреть, что я там хотел. Ну, казарма, это не то. Так, подожди, а у меня дом... жаровню я не смогу, ребят, да, прокачать. Только лишь 600 тысяч монет. Блин, как ни крути, надо, ребята, зарабатывать голду. Так, опять же, 150 тысяч, ребята, это вообще ни о чем. Ты сейчас издеваешься, так вот долго бомбишь? Ну куда ты опять свой шарик кинул? А пушку-то чего вы не добили? Вот идиоты! Ой, друзья, я видел баранов, ну, таких вот в первый раз. Какого фига они пушку-то не добили, побежали куда-то. А, они побежали защищать великана. Они побежали защищать великана. От арби, которая на него напала. Короче... Возьми вот это вот, уничтожь, пожалуйста. Не, ну куда ты? Ну японский ты гр... В общем, ты понял, да?
Куда угодно, только, блин, ну не туда, куда надо. Ну, ребят, ну это уже вообще бесячество просто. Конкретное, блин. Ну хотя бы лучница тут немножко. Сейчас. Ну да. Все, сейчас бомбочки, ребята, замесят нас. Бомбочки нас и замесили. Воздушные шарики эти, блин. С бочками взрывными. Да ё-моё, дайте мне два этих тут заработать. Все не дают никак, а? Да не надо в хибару, ну. Что за бестолочь, а? Ну вот и что, вот что вот от этого толку, друзья? Драконы пошли бомбить костры, бомжары, блин. Ну неужели одну звезду хотя бы заработали? Вот опять же, ребят, смотрите. Он бомбит по башне, которая ему практически ничего не делает. А электротурель, которая в него бомбит, он забивает болт. Большой и толстый, понимаешь? Вообще не... мобы не продуманные в этом плане здесь. Бомбят вообще не то, что нужно. Обычно, если тебя атакуют, ты пойдешь уничтожать именно то, что тебя атакует. Почему-то на воинов они переключаются, блин. Ну и что, пока мы тут будем с тобой кострить и разносить, блин. До шариков мне не добраться. Сейчас тут проявится и турель начнет. Нет, не бомбит. Ладно. Давай уничтожать тогда периферию, которая здесь есть. Все, стоило столько подвинуться чуть-чуть поближе, и началось, друзья. Ну, конечно, ты побежишь на костер, блин. Спасибо за звезду. Он прихватит, да? Две звезды. Ну вот, наконец-то. Наконец-то, блин. Так, ну что там, бонус у нас 155 тысяч, по-моему, да? Да, 155 тысяч. И все равно мало. И все равно этого будет мало. Нужно 600 на мультимортиру эту. Но я уже 600 не накоплю, друзья мои. Слушай, давай, наверное, эту прокачаем. Да не стену, блин, а казарма. Казарма строителя. Лям 200, блин. Обороняющие войска 2. А у меня сейчас сколько? Даже непонятно, сколько у меня тут оборонительных.
570, офигеть. Так, подожди секунду. Так, здесь за элик. Ну да, тогда я стену сейчас. Казарму точно стоит. Слушайте, ребята, напишите в комментах, когда вот на эту деревню нападает, у нас золото воруют, если разносят. Или нет, или здесь идет по накопительной. Потому что если разносят, то, конечно, мне лучше все тратить. Если не тратится, то я буду накапливать. Короче, блин, копил, дрался, воевал для того, чтобы потратить все не туда, куда мне надо. Ну что, давай, подбор. Поехали, там, по-моему, армия у нас накопилась за это время. Слушай, соблазнительно все здесь. Сколько у него тут? О, такая. Не сказать, что супер прям награда, но тем не менее. Но тем не менее. Куда-то я не этого хотел. Ну да, на 100%, ребята, разнесем тут там все. Получается. Получен звездный бонус. Звездный бонус — это всегда хорошо. Так, что у нас в магазине? Что мы можем с тобой приобрести? Что поставить? По ресурсам у нас. Только строителей по защите. Пушка плюс стена и ловушки. Может быть, все-таки есть смысл лям 400. Казармы 10 уровня. А у меня казармы 9 уровня. Нужна ратуша 8 уровня. 2 ляма. Два ляма. Смогу ли я накопить 2 миллиона за вот эти вот все поединки? Сейчас, кстати, мы посмотрим. Вот здесь на тренировке у нас что-нибудь. Ставка на крупные пока недоступна. Так, по тренировке давай посмотрим, что у нас там. Я думаю, наверное, вот этого можно убрать из нашей компании. И поставить, наверное, магов. Пускай даже 2 мага, но это лучше, чем бомбардир. Все, тренировка сделана полностью, да? Ну что, погнали, ребят, подбор. На это слабенький, мало очень ресурсов, он мне как бы не нужен. Это то же самое. Фигня полная. Нужно как минимум сотка, а лучше 2000. Ой, 200 элика. Вот. Ну тут и армия, блин. Сейчас мы посмотрим. Противовоздушка. Опять я пошел на войну без элика, ребята. То есть без маны. Да, блин, без маны, без заклинаний.
Так, вышка. Но у него противовоздушка не особо сильно прокачана здесь. Но у него есть король варваров. Ну что, попробуем, наверное, вот с этой стороны напасть. Для начала. То, что я противовоздушку не взял, это, конечно, было... Ой, заклинание не взял, это было... Было мое большое упущение, друзья. Огромное мое упущение было. Опять, ты что, стенобой еще с того раза остались. Да уничтожь-то вот эту, блин, турель-то дебильную, ну. Созрел, блин. А этого мага... Мага-то забейте, пожалуйста. До кровавых соплей. Будьте так добры. Сейчас будут еще короля бомбить, да? Слушай, ну на 100%, друзья. Полное тотальное уничтожение. Ну, драконы решают. А электрические драконы вообще будут топово решать. Куда они полетели? Так, башня строителя только одна. Есть. Замечательно. Ну, еще бонус сверху 2600. Копейки, конечно, но тем не менее. Так, 737. Ну что, нам надо дальше идти. Еще заработали. Опа. Так, зелье героя. О, золото столицы. Вот. Вот это бы получить было бы неплохо. Но опять же, по испыталкам, что у нас тут есть? Кстати, да, как раз про элики вспомнил, про эликсиры. Нужно вот эти эликсиры ставить, друзья мои, на... И вот эти вот. Для чего? Потому что есть определенные задания, которые нужно выполнять, и за них мы будем получать бонусы. Так, а у меня армии нету, мне придется теперь ждать, когда она сделается. Так, тренировка. И ждать нам придется долго, потому что один маг делается там сколько, я уже не помню. То есть дракон, по-моему, 5 минут. И герой будет долго очень откатываться. У нас, правда, здесь есть еще. Ты-ты-тынь, 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 ты-ты-тынь. Ну, здесь будет долго делаться. Так. Лям 400, друзья мои. Лям 400. И будет доступен пека. Но опять же, повысить ратушу до 8 уровня. 2 ляма, блин. Повысить ее. Да, я думаю, что мы с тобой пройдем задание, и как раз мы повысим ратушу до 8 уровня. Будет нам доступен пека этот. А здесь нам будут доступны, как их, хогарты, которые скачут там на конях, как на сайгаках. А обсерваторию можно пока поставить, ребята, исследование, да? Здоровье плюс 200, урон плюс 20. Слушай, на исследовании же, по-моему, не требуется рабочий, по-моему, нет. Так, погоди-ка, а...
Тут голда, все, я понял. Я тебя прекрасно понял. И сколько там будет? 17 часов. Ну, 18 часов, ребят, будет. Эти улучшения. Так, ну что, небольшой перерывчик. Ждем, когда у нас накапливается армия. И уже пойдем в поединок. Так, друзья, ну что, армия вроде накопилась. Давайте тогда искать противника и будем. Так, ну тут маловато будет голды. Здесь получше, но все равно маловато. А в принципе, нам, ребята, много и не надо. В принципе-то. Ну что, поехали тогда. Заодно эликсирчик с тобой тогда используем. Пускай они тут тотально бахают все. Можно даже, наверное, варвара здесь кидануть. Сюда поставить его. Пускай гуляет. Ну, насколько я понимаю, тут на 100%, ребят, все у нас будет. Просто разнесли. Так, там строитель, тут тоже строитель. Ага. Раскидал, и думает, что это ему поможет. Бежит, бежит сами голову. Так, по идее, за то, что я применил вот зелье ярости, нам должны дать бонус. Если я, конечно, чего-нибудь там не попутал. Кулаками, мечом нормально наяривает. Ну-ка, сейчас глянем. Так, получен звездный бонус. Получен звездный бонус, да, ребята. Даже аж 3 задания целых выполнили. Получить. Получить. Не хватает, не вмещает, ребята. Блин. Ну ладно, соберем, блин. Черт с ним. Так, друзья мои, ну что, улучшаем. Так, нам нужно еще пос... Ой, ой-ой-ой. Не получится, ребята, улучшить. На данный момент. Хотя, подожди, сейчас посмотрим. Поставим с тобой пушечку. Так, что там еще нужно? Еще пушку надо ставить. Ну, давай здесь, например, мы ее. Слава богу, они строятся у нас быстро. Так, сделали, да? Теперь, значит, нужны бомбы. Блин, это ничтожные бомбы, 2 штуки. Давай, а, так их вот так просто, ребят, ставишь, все. Так, бомбочки, которые вообще ни о чем, если честно. Ну, давай сюда. Заклепаем ее. Так, секунду, подожди. Так-то противовоздушки у нас с эликсиром, насколько я помню. Чего? Ну, пускай здесь стоит. И стену, да, нам остается там сделать. И остается нам сделать стену. Все. Можно смело, ребята... Улучшение ратуши придет к тому, что вы будете получать более сильных противников. Трох вам... Ну, давай, конечно.
Так, сколько они, ребята, будут? Сутки. Сутки будут улучшать. Так, у нас есть эликсир. Эликсир. Так. Ага, здесь уже у нас уже дракон стоит на улучшении. Получается, что... Получается, что мы с тобой сейчас ничего в данный момент не сможем сделать. Эликсир нам никуда не потратить. Работяг у нас нету. Надо, кстати, заказать элик. По-моему, там еще был бонус. Блин, подожди, не то. По-моему, там еще, ребята, должен быть бонус по поводу... Я не буду забирать пока золото, чтобы меня не разграбили. Вот эликсир, конечно, жалко, что останется. Хотя... работяга, подожди. Раз, два... Подожди, а с какого перепуга я поставил золотую шахту на улучшение? Сфига ли? Что-то я прозевакал, видно, вспышку. Так, что у нас здесь? Собрали 1200. Так, насколько я помню, у нас, по-моему, улучшение идет не здесь, хотя... Ладно, я улучшу. Внесу, так сказать, вклад. От меня не убудет, а ратуша наша будет, друзья мои, усиливаться. Тут, я помню, долину колдунов вроде бы обустраивали, да. Что-то как-то казармы супер-колдунов. Фига себе, супер-колдунов. Но это, я уже думаю, ребята сделают сами. И лагерь варваров. Так, они казармы коварных лучниц. Фига себе, с арбалетами. Тоже, я думаю, ребята это доделают. Почистка сегодня клана была. Ребята, я ее сделал. Кто больше недели, ребят, не присутствует в игре, тот, соответственно, будет удален из клана. Потому что, ну, смысл держать, когда есть нормальные ребята, которые хотят играть, приходят и... Все, как говорится, делают как надо. Ну что, ребята, на сегодня тогда получается все. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.